Отдохни. Я видела глаза. Такие чистые, бездонные. Словно два глубоких озера. Подул ветерок, и он улыбнулся, поднимая рябь на воде. Ты о чем вообще? Больно. Как больно. Где болит? Болит. У пациента травма головы средней тяжести. Это было несерьезно. Скоро выпишут, можешь не приезжать, спасибо. Не вешай трубку, я тебе расскажу о Шиюне. Он превосходный хирург. Я могу попросить его тебя осмотреть. Ты можешь поехать в его больницу? Мам, о каком таком Шиюне ты говоришь? Ну что за память у этого ребенка? Джоу Шиюн. Твой будущий муж. Джоу Шиюн? Почему звучит так знакомо? Джоу Шиюн. Так значит, это он. Неудивительно, что он так странно себя вел. Теперь все ясно. Бэй-бэй, что ты там говоришь? Алло? Значит, тщательно скрываешься и носишь маску? Я обязательно ее сорву и посмотрю на твое личико. Доктор Джоу? Уже всех обошли? Да, всех. Доктор Джоу? Доктор Джоу? Доктор Джоу? Странно, почему никого нет? Oh yeah.